Во Владимире установят первую в России мемориальную доску в честь художницы русского авангарда Ольги Розановой. Идею увековечить память выдающейся уроженки Владимирской губернии одобрили депутаты городского совета. Решение комиссии по установке объектов монументального искусства на территории города Владимира от 27.06.2018 года принято решение установить мемориальную доску на фасаде дома номер 1 по улице Дворянской, объекте культурного наследия оригинального значения. Памятную доску установят на торце первой школы, бывшей женской гимназии, где училась художница. С инициативой выступил соучредитель Фонда культуры русского авангарда «Розановский центр» Михаил Бирюков. Проект поддержали вице-президент Российской академии художеств Андрей Золотов, а также искусствовед Андрей Сарабьянов. Ольга Розанова родилась в Меленках, затем переехала во Владимир в дом, который сейчас находится по адресу улица Музейная, 10. Училась в Москве и Петербурге. Известна как живописец, график, художник книги, автор статей по искусству, поэтесса. Одну из последних работ художницы, картина «Зеленая полоса», называют шедевром беспредметной живописи 20 века и по значимости приравнивают к «Черному квадрату» Малевича. Ольга Розанова умерла от дифтерии в 1918 году. Памятную доску изготовил скульптор Илья Шанин. Ее планируют открыть 7 ноября к столетию смерти художницы.